Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Турцию в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Также напомню, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо за поддержку канала и приятного продолжения просмотра. Вот, сейчас появился ремонт внешних укреплений. Какие-то места. Ну, в общем, надо искать города-государства за ацтеком. Так, здесь отложим. Я хочу сейчас священное место сделать. Где, интересно, тут вот тут куча места. Блин, Инк, у тебя тут столько места сверху. Прям города ставь. Вот все равно в мою сторону. Вот, блядь, вот. И еще претензии выставляешь. Вот ты. Жук. Нет, претензий не было. Были планы. Претензий не было. Да, какие планы? Ну, смотри, у тебя вот тоже ж куча мест. Там, там горы у тебя тоже те же самые есть. Дай мне сказать, во-первых, верх я раскрыл только что, я только что туда пошли разведчики, вот, это во-первых. Во-вторых, ну, логично строиться всегда в сторону соседа, ты сам так делаешь всегда. Вот, поэтому, естественно, я когда первый город был поставлен, не знал, где ты, потом, где я тебя увидел, я второй город в ту сторону поставил. Вот, и это, ну, согласись, как бы, когда вот есть гряда горная, прикольно, когда, ну, грубо говоря, одна нация с одной стороны открытая, вторая с другой стороны открытая, горная сидит. Тем более у меня вся нация завязана на плюшках от гор. Вот, я тебе еще скажу, я верхний не исследовал. Так, может, исследуешь? Ну, да, вот сейчас побежали. Он у меня там хера не... Тебе нужно забрать ученого. Может, Ибрагима посадить в столицу и... Слышишь, что когда он приедет, там ученый для тебя пришел. Поднастроить катапульт. Пока тут амфитеатр делаю. И давайте поставим первый посол. И отправим в Манмадол. Ты в два вору или там еще есть? Еще идут. А сколько вообще городов у ацтека? У ацтека 5 городов. Ты тоже будешь больше продлевать? Да? Осман. Да? У меня ж нету самолетов еще. Так, ну, вольнодумство приходится брать. Если это лошадь, мне сейчас бег будет. Следующим ходом посмотрим, сколько это мне науки даст.
Так, пошли работники к Магнусу. Добьешь? Давайте отправлять. Если игра позволит выделить это все дело. Тянуть план караваны. Так, союзы через три хода у меня. Это хорошо. Дирны вырубать будем. Что мы тут построим в Эдирне? Чудо никакое не можем. Ну, давайте. Давайте, может... Какой ты хочешь? Культурный, а, наверное? Да, пожалуй, культурный. Вот, стека 86. Блин, надо на автомат поставить этот юнит. Я не успеваю им ходить. Я думал, там только одна вера моя, оказалась не только. Так, так как вы против ислама голосовали, я не буду с вами союзы заключать от стека Инк. А у кого ислам? У тебя что ли? А, да я на самом деле просто не глядя ткнул. Прикинь, горела дальнобойная атака, а вместо атаки он взял и из города вышел. Абсолютно такая же хрень, я вообще не глядя такую в сетевой игре, потому что никто в религию никогда не играет. Просто не глядя тыкнул. Я на ислам тыкнул, потому что ислам. Я его недолюбил. То есть если вы обещаете тогда мои юниты не трогать? Религиозные. Религиозные? Хорошо, да. Без проблем. Не, ну если ты меня не будешь обращать. Нет, не я буду обращать. Ну у меня тоже сейчас религия будет. Ну, воюй религиозными на религиозные. Просто вы проголосовали так, я не хочу вам давать право прохода, союз и прочее, чтобы вы ходили это по моим территориям, что-то мешали, делали с моими религиозными юнитами, что-то делали. Если ты наземным юнитом... Религиозный на религиозный, я не против. Но если ты наземным юнитом будешь, мои, типа, чтобы дипломатическую эту получить... Не понял, что дипломатическую? Что ты имеешь в виду? Что я буду военными юнитами? Сейчас голосовал, почитай, пожалуйста, что ты проголосовал. У меня нету возможности... Против. Можно насчет сейчас? Понял. Слышишь, Индия? Что? Насчет, пожалуйста, сейчас. Ну, из-за моего мисклика... Можешь просто первым. Я не буду его убивать. Я просто зайду обратно. Это реально, ну, писать. А я все понимаю, никаких проблем. Не, Халецкий, по твоей территории военными юнитами я точно не буду убивать. Я это говорю не из-за союза. Хоть не хочешь, не давай. Вот тебе нужно так же, как мне, по сути. Но, еще раз, никакой задней мысли у меня с этой фигней не было. Был бы ты японец или что-то. Я даже не смотрел, я не знаю, кто что. Какую религию учредил. Я пойду захватывать Инка. Я сейчас заключу союз с Ацтеком и пойду Инка захватывать. Да, только если у меня есть селитра. Если у меня нету селитры, то мне некуда идти. Вот селитра. Надо сюда город идти ставить. Воу, сколько. Вот куда мне надо город идти ставить. Господи, тут со мной еще ГГшки воюют. На их а что, вообще город влазит куда-нибудь? Да.
Блин, вот сюда. И это покупается тогда. Что, да, мне надо конь? Там поселяться. Вероятно. Но он такой загульный чисто. Ты просто, мне кажется, зря пошел. Ты там, я так понял, варвара добивал им? Не, я им пошел, чтобы грабить. А-а-а. Ну, мне просто показалось, что ты варвара бил. Я думал, после этого обратно вернешься. Просто за хлопок. Я думал, дадут еду, а дали... Дали вверх. А бонус за разграбление, он вообще где-то подписан или он рандомно дает? Я не знаю, если честно. Бонус за что? За разграбление. Нет, он прописан конкретно. Тебе... Так ты когда наводишь на кнопку разграбить, тебе даже конкретно пишешь, что ты и сколько получишь. Еще до разграбления. Так, плюс 2 влияния, где тут поселенцы? Не успел, блин, повысить. Желательно мечников построить. О, поленки хочет. Давайте в поленки отправлю. Уже как-то не очень выгодно. Тебе война получается. Так я... Ну, я здание строю уже. Я понимаю, но я просто к тому, что она затянулась намного дольше, чем... Ну я просто поэтому и нападаю. Положение хорошее. Из-за реки мне очень удобно защищаться. Да нет, ты отбился только потому, что я плохо умею атаковать. Я поэтому и практикую. То есть, если бы я правильно все сделал, то я бы просто забрал. Если бы оружейный, ты сразу да. с собой таран повел, ты бы забрал Париж. Да, к примеру. Да, надо просто в зоне военные эти... Или взять у кого-то. Может просто купить. Кстати, просто купить. Янычары селитру требуют. То есть мне как бы спешить... Туда особо нету смысла. Эти книгопечатания откроем. Селитра у меня вот тут вся. Забыл ты. Так, давайте здесь поселенцы тоже. Сейчас у нас карточка стоит, здесь поставлю город. Тут не важно, тут фигня. Засуха, ну и ладно. Да блин, отвали от меня. А лучник неприятно. Брат, артист, а зачем ты туда идешь? Ты ж мешаешь мне. Я сейчас справа иду. Я понимаешь, тебе интересно, ты можешь там где-то правее ходить, да? Видите, теперь две карточки сделал. Это не только... Отличная карта, у меня нет ни одной селитры на всей моей территории. Это кто жалуется? Ацтек. Здорово, жалко, что я с тобой союз заключил, да? Ну, у тебя тут, правда. Я тоже рассмотрю, не особо много. Или нет, давайте на Нанмадол. Могу купить пару руку.
Ваши районы на побережье озера Вознёда плюс 2 культуры. Так. То вроде уже веги, да, хватает. Назначим Виктора вполне в Трабзон. Японец, а ты не думал там напасть на индийца, подгрызть его чуть-чуть? Чем? Или ты не готов к войне? У меня вообще один вар устроится два хода, поэтому, ну, я не видели, что можно сейчас на этом этапе без мушкетеров на меня нападать. С мушкетерами, может быть, да, без... Думаю, это тщетная затея. Я не думаю, что надо с индусом воевать. Убили мне там союз заключать. Дуболома. Так, давайте дуболомов подводить к Трабзону. Сколько их вообще у меня осталось? 3. То есть с карточками, если я выйду в Янычар, мне все равно надо как минимум 30 селитры. Как минимум. Так. Давайте-ка мы тут купим казармы. А вот как раз оружейную построим. 6 ходов. Так, где тут влазит город еще раз? Ага. Тут надо стоять. Надо туда сразу вместе с поселенцем и рабочего везти. Так, а что, слышишь, я понял себя... Я строителей прощать? Здесь строю. Центр коммерции поставить на плюс 4. Меня вот по факту это спасает. Почему я не могу попасть по своему юниту? Просто не выбирался юнит. Классно. Как ты на пустое место тык? Да я на юнита это помогает. Не, так бывает, что типа у тебя... Я вот уже сам понял, что мышка думает, как будто ты зажал левую кнопку мыши. И не, ну, тыкнуть куда-то, пока в пустое место не нажмёшь. Мышка думает, прикольно. Ну, да. Влад, переведи миссионера в Нагою и в Киеве. Я уже веду. У меня там просто театралочка. Можно на счет следующий ход? Да, ты можешь первый все делать, я не буду первый атаковать. А, из-за этого? Угу. Ну, можем на счет. Можешь его и вести. Не знаю, но мне штук 6 катапульт, наверное, надо. Ну, штук 6. Считаем? Или... Давай посчитаем. Этих просто. Юнитов тоже. Ну, надо, чтобы кто-то нам посчитал. У меня 2 мечника, 3 воина. Посчитайте кто-нибудь, пожалуйста. Готовы? Да. 3-4. 3-4 такой себе счет неожиданный, но ладно. Ну, ты же был готов. Я не так, ну я ожидал. Не к этому был готов, да? Так к такому меня жизнь не готовила. И юнита не успела оплачивать. Ну, бывает. Так, я открыл. Вот это надо ставить. Бонусы сосед поселенцев. А кого-то убил? Я провафлил это. А, копейщик. Хочу посмотреть, 2 хода. Может мне убрать карточку на спуси? Нет, пускай, ладно. Ну, Париж не берется. Через 3 хода я открою. Думал, ты это увидел. А, арбалетчики. Не, может и не берется все равно, кто его знает. Я на всякий случай генерала поступил. Нам модул полководца хочет, здорово. Да, мне нужно было гена тоже это в свое время дадим. Сделать. Я не захотел. Так, мне надо 2 арбалетчика там где-то. Вот, литье надо будет ускорить в свое время. Ну как раз и на самурая, и на мушкетера. Я не буду здесь покупать клетку. Мне бы сейчас способность инков помогла. Здесь поставить. Этот холмик, конечно. Эти. А он все равно этим городом. Тоннели.
где я еще не... О, коммерческий район надо строить. 4 науки. Ну, я Ибрагима прокачаю, конечно. Кто сейчас в гильдиях будет? Ибрагим. Ты подгрузился? Так, тут ну, я же спросил. Ну, ты чего? Ты хочешь до конца игры на счет играть? Окей, я больше не буду. Ну, когда два битых юнита стоит. Ну, так это был 100%. Его было 100 хп. Ну, учитывая, как Алексей считает, тут ну, как бы не 100%. Так что... Не-не, я имею в виду, что у него было 100% здоровья. Я выстрелил один раз и сразу убил. Понимаешь, да? Ну, типа, окей, если хочешь играть дальше на счет, я не против. Я хочу играть на счет только когда стоят вплотную битые юниты, окей? Так он был 100, у него было 100 за хп. Он был полностью полный. Окей, хорошо. У него не было урона. Хорошо, я услышал. Ну, типа, честно. Я ж вроде честно всегда играю. По пока. Хорошо. А, тут не получится катапульты незаметно подвести. А что значит использовать зону контроля? Сквозь него нельзя пройти, рядом с ним нельзя пройти. Ты не знаешь, что такое зона контроля в сейве? Прикольно. Короче, рядом на соседних клетках из-за него нельзя будет пройти. Ну, опять же, тем юнитам, которые реагируют на зону контроля. ТГ-дымские кони могут ТГ-дым идти дальше. Ну, зона контроля — это типа то, откуда его бы атаковали, правильно я понимаю? Нет, если ты становишь... Вот смотри, у тебя стоит воин, предположим. Если ты с кем-то воюешь, и мимо идет его другой воин, у которого три, он на три клетки, например, может пройти, то встав рядом с твоим воином, у него передвижение заканчивается. Потому что у твоего воина рядом с ним зона контроля. Я понял. Но это действует не на всех юниты, не на все юниты, например, на верховые юниты зоны контроля не действует. Кроме того, эта зона контроля есть не у всех юнитов. Например, у арбалетов ее нету. Короче, для кого гайды вообще делаются на канале? Заходишь, смотришь гайд, все рассказано там. Ну, я понял, это в духе как препятствий, да, получается такое. Ну, если просто ими. Да. Так еще, ходим? Да, да, ходи, нет уже. Я же говорю, только если есть битые, так ходи. Шли обрабатывать тут селитру всю. Астрономию открыли. Банковское дело давайте открывать. Так, наемники, три хода. Ну, все, есть поселенец. Ну, не знаю, сюда к селитре как раз не хочу идти. Я вот думал... Не, надо прямо на шелк ставить. Нормальное тут место. Так, сейчас убираем поселенцев.
Агима качнуть надо. Темный век. Выйду. Ты готов? Будет бонус к юнитам. Да. Можешь ходить первый, можешь убирать этого воина. Кстати, большие... Я на самом деле планирую... Не хочу сейчас, пока я в этом веке, я не хочу большой базар строить. Ну, ходи. Столько у меня юнитов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вообще, много не будет, правильно? А, не хватает... Хорошо, а катапульт? Катапульт, по-моему, 3. Капец, прикинь, 3. Нажал в этот момент на улучшение, и он умер. Я помню, что будешь кат забирать. Возможно. Угу, это да, уж его не буду города ставить. Одним. Японец, а ты думаешь союз с инком заключать? С инком не знаю, а вот с индусом. С инком пока дружим. То есть у тебя тоже селитры не было на территории, да, Сулейман? Да. Хорошая генерация. Ну ее вообще, я так понимаю, мало на карте достаточно. Ну именно у людей. Здесь у меня только одна. Ее очень много. Она есть как минимум по одной у индуса, японца и у инка. Как минимум по одной. Библиотека, рабочих надо. Надо правительственную площадь уже ставить вот тут, где я и хотел. Вот сюда. Это как-то грустно. Получается. А, где строители? Коммерческий район. Тут театральную можно будет в будущем для соседства. Пока посмотрим, что будем союз делать. Сулейман? Что-что? Союз будем делать? Я с ацтеком уже заключил. Я один союз в игре делаю. А. Ну и тем более ты мне не пообещал ничего с моими этими миссионерами. Я тебе не то что не пообещал, я тебе сразу сказал, по-моему, услышали все кроме тебя, что мне нафиг не надо бегать в тебя на территории, что-то войсками делать с твоими религиозными юнитами. Нет, так я хотел и на твоей территории тоже. Я тебе предложил, что давай, если у тебя религия есть тоже, то мы можем и религиозными юнитами драться. Ты проголосовал в Конгрессе против моей религии, правильно? Да я тебе уже что-то все сказал. Не смотри, я предлагаю не трогать просто вообще друг друга по религии, например. Это я хочу трогать. Ну а чего? Ну, я как бы, конечно, не пойду сейчас тебя обращать, я сначала свои города, но когда будут обращены, почему мне? Вон ацтек не против. Удовенко, на счет, пожалуйста. Можешь убирать. Так, полководец там что-то хотел. Я тебя понял. Ну я просто вижу от тебя движение и сразу проатакую. Что планирую?
Можешь открывать. Науки. Не вижу. Ну окей, давай. Баталии так баталии. Эти теологические. Да? Угу. Нифига себе, он у тебя полечился. Так, а где там карточка на добычу этой селитры, чтобы она быстрее, там каждая вот это вот кавалерийские ордена, то же самое на селитру где? О, меркантилизм. Это далеко. Дорогие, это далеко. Поскольку? 250. Ну, нормально, более-менее. Если много вер. Ну, учитывая то, что у меня священных нет, у меня просто от престижа капает 47. Ну, это хорошо. Можно промку на другие вещи. Второй фронт, так сказать. Да, я вижу. Там на самом деле тоже армия строится, но просто медленно. У тебя здесь что-то одни лучники остались. Так, Не, да? Не буду менять, ну, ничего. Побеждаешь потихоньку. Мне нужно сразу две карточки ставить. Ты же на деньги и на... Чего удивляешься? Не, я не удивляюсь. Пока мне это не надо делать. По факту почти взял. Ну, как почти. Это займет еще 10-15 ходов, но да, взял. У меня золото в минус пошло, поэтому я сдулся. Я поэтому тебя и грабил. Те юниты умерли не зря. Если бы было в плюс, то у меня были бы арбалеты. Так я могу так... юнитова потерять, ты хочешь атаковать? В смысле? Я готов. Давай, поехали. Я пытался закликать. Мне бы, кстати, в Канде... Ну, блин, у меня... В принципе, мне сейчас веры прям уж так и не надо. Правительственную площадь надо вот тут ставить. Давайте подождем. Один ход. Так, Асон, на чем мы в итоге делаем союз или нет? Я же говорю, я сделал один союз с ацтеком. Будет на тебя нападать, все просто. Готовься к войне, строй юнитов. Ну типа, это ж атаман, понимаешь? Ему не нападать нелогично. Он точно на тебя будет. Да я знаю, Халецкого. Тем более, если ты Лёшу знаешь, то ты точно знаешь, что он сейчас на тебя будет скоро нападать. Возможно, уже прям очень скоро. Поэтому строй юнитов. Арбалетчиков строй, они нормально отбивают все более-менее. О, кстати, помнишь, я тебе сказал, построишь вару и сразу опередишь меня? Ну, так по факту и вышло. Ну, я много вару построил. Да, да, да. Я прям нормально их настроил. Так. Следующим ходом союз. Средневековье Окей. и возрождение. Окей. Слушай, японец, а ты не хочешь наоборот попилить инка вместо того, чтобы с ним союз заключать? У меня армии нет. Ну, построишь. Так будет, можно будет подумать. Нет, не убежишь-то. Так, тут меняем. И строим. Ты серьезно достаешь до лучника? Или это так, для красоты подошел?
Просто они выбираются юниты. Это сюда ненормально. Поставлю как-то промышленную зону в этом городе. А в этом городе тут будет промышленная зона. Вот так, тут все-таки будет все достал в шахтах. Ну что, пора открывать порох, литье и ставить карточки на... О, город сильно бьет. Это был не город. Улучшение и скидка в ресурсах. На 4 прокачки. Не, на лучшение до того же городом ты тоже ударил, или нет? Ну, сначала городом, но город снял 1/3 максимум, а все остальное добил лучник. Прокачали арбалеты. Реально 100 голды на арбалет, и было бы прикольненько. Блин, ну, прошлым ходом было 1 ход до роста, сейчас стало 4 хода до роста. Что-то с клетками произошло, скорее всего. Да, вулкан побил клетку. Там было 3 единицы и достало 1. Занзибар. Давайте. Деньги с Занзибара. Так, что тут еще можно взять? Уменьшает претензии. Не, лучше пингалу тогда назначим. Куда? Куда-нибудь. Кто там мне войну объявляет? Плюс 6. Брюссель. Ход. Капец, это засуха, третий раз долбит. Не успел. Жалко, Париж. А он, блин, не упадет, тут холмы, скорее всего. Я успел апнуть. Я кликал как мог просто. Изо всех сил. Да. Ну, с осадкой. Не знаю. Я может думал, упасть. Я думал, ты сейчас скажешь сосад. Типа. К Владу. Ты начнешь так еще медленно. Ну, сосадкой. Так. Не, ну это такой, да, неприятный для меня поединок. Ну ты как очень много делает. Да. Просто реально, Влад, один юнит 20 ходов назад, точнее уже 30. Слушайте, и... а может мне Виктора лучше? И ты бы забрал. Качнуть. Просто плюс один юнит. Ну да, будешь опыт. Там нужно было просто с одной башни. О, давайте, наверное, Виктора. Таран. Здесь качем. Мне и Ибрагим нужен, и Виктор. О, и пингалу можно назначить. Куда? Надо в большой город какой-то назначать, блин. Ладно, я сейчас вот вырублю. Кончится будет меньше гораздо. Да, я слышал уже это тысячу раз. Есть спойлер, не будет. Ну, как, будет на 20. Будет. На 10-20 будет меньше. Что на 10-20? А о чем я пропустил? Наука упадет после золотого. Ты каждый раз так говоришь. Ну, не ты конкретно, Алексей, а вообще. Не, ну оно реально будет... Ну, слушай, ну давай, давай, вот у Ацтека... Можно я на паузу нажму? Давай. Просто я не хочу время свое тратить. Нажимаешь? Да. Вот смотрите, у Ацтека 173, да? Я просто его всю территорию вижу, поэтому можно посчитать. Значит, от, у него он от центров коммерции, собственно, от которых и уйдет наука, и от гаваней, имеет. Прямо сейчас. А, блин, при паузе нету всплывающих этих. Блин. Есть. Довольно много, кстати. 8. Воевать будем, друг? 4. Да, 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 да.
Это 20 уже. Уже в одном городе только минус 20 будет. Так что вы зря. Ну, будет минус 20 из-за этого, а потом найдется плюс из-за чего-то другого. Вот. Ну, в рационализм выйдет, например. Что-то около минус 40 намечается. Ну, у тебя сейчас будет минус 40, но появится что-то там на плюс 15. Так что ты чуть-чуть нивелируешь свое. Не, слушай, Париж, скорее всего, берется, потому что справа у меня юниты вряд ли пройдут через твоих вору. Они побиты и очень долго будут лечиться. А летучий отряд и копейщик вряд ли что-то тебе сделают. Так что всё, ты вот муторно, но уже берёшь Париж. Давайте, наверное, в Сивас. Пора бы уже его забирать. В Сивас. И я наконец-таки посмотрю, что за игра Pathway. Причем, кстати, Влад, знаешь, что смешно? У тебя вот ошибка в виде тарана такая, да, смешная. А я себе раза три сказал, построишь кампус в Золотом веке. И нажал все равно строится его сейчас вместо там стены или юни. По счету давай сыграем. Можешь ходить. Я просто в пустое место выведу юнит. Блин. Там уже с мушкетерами приходят эти варвары соседние. О, закажу соседнюю клетку заранее. Ну, мне нечего мне сказать, надо глядя на здоровье вот твоего сюда бога вести, я так понимаю. А, нет, есть что. Видишь, нету все плюс так 5. Просто, как я хотел бы. Ну я тебе там чиню клетки. А где у меня? Так что, придешь сюда, восемь ходов, на все готово. Сюда 4, ладно, сюда тогда. Что нам вообще открывать? У меня, кстати, золото в плюс пошло. Индустриализация. Хоть ты и сломал. Ну, этот, центр коммерции. Ты же чинишь, походу, другие клетки. Которые золото дают, да, как раз таки. Этим и занимаюсь. У меня не будет наследия от олигархии, потому что я не построил, по-моему. Я сейчас еще хлопок починю и вообще буду себя комфортно чувствовать. По-моему, не будет. Где соседство коммерческой зоны? Вот оно. И что еще а поставим? Ты строишь еще армию? Ну, нет. Мне просто интересно, насколько ты упоролся в меня, потеряв развитие. Да нет, я строю кампуса. Ну вот, я к тому же, что уже зря. Да, когда там дружба закончится? Почему? Да нет, но я это бы уже нападал. Не зря, я убираю конкурента. Так, я тебе совсем не конкурент уже, откровенно. Сейчас, да. Ну, если я сейчас уйду, ты еще упоришься. Или вернешься со временем. Можно ходить, или ты первый уберешь лучника своего в сторону? Ты все равно догонишь, можешь убивать. Такой именно добрый можешь убивать, но первый проатакуешь. Ну, типа, он все равно умирал, поэтому. И ты заодно прокачал юнита себе. Я думаю, я тебе плюс сделал.
Может быть. Надо было. Блин, что-то как-то долго. Но я помню, что. Блять, что? Ты видел, куда побежал? Гайси. Простите. Просто вместо атаки лучник побежал вокруг гор. Ну побежал. Где можно найти 3 очка за один ход? Есть какие-то варианты? Я вышел. А, я не знаю, что делать. Только закончилась засуха. Один ход, и на следующий ход опять засуха. Блин, я в нормальный век выхожу. Качай, ну, конечно, это... Нужно качать. Блин. Это я еще базар построил. Не заметив. Корабль, если ты не строил, корабль даст тебе очки. Я Влад, не у тебя осталось 2 вору и 2 арбалетчика? Ну, типа, это все? Ты больше ничего не подведешь? Пока нет. Ну, тогда ты не забираешь меня. Да, я знаю. На этом пока все. Напоминаю, что спонсоры канала могут увидеть продолжение прямо сейчас, переходите во вкладку «Сообщество», а подписчики увидят продолжение завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!